первое место и золотую медаль. Весовой категории до 60 килограммов борется Аслан Мамедов, училище Олимпийского резерва. Бронзовый призер Северокавказского федерального округа. Последний раз, наверное, был. Потому что сейчас должен за Москву бороться. Его соперник Хлеб Макаранка. Беларусь. Ну, раньше, наверное, это Макаренко был, скорее всего. Но сейчас Макаранка. Я произношу, учусь говорить по-белорусски. Хлеб. Хлеб зовут. Макаранка. Свободный. Золотая схватка. 60 килограммов. После этого награждение борцов до 48 килограммов. Ой, до 50. Нет, до 51 килограмма. Двигайся, двигайся, двигайся. Двигайся надо. Но не ближе, прыгивай. Давай, давай, Аслан, давай, воу, давление, давление, давление. Посев, синий. Синий посев. Ну, посев. Давай, свое, Аслан, свое. Давай, Аслан, борись, давай! Пожалуйста, скажи, не иди туда! Давай, 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 давай
тащи! Тащи! Бросай! Аслан Мамедов, Россия, училище Олимпийского резерва.